Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня, как вы видите, у нас рубрика «Анбоксинг». Честно говоря, я ожидал сегодня немножко другую посылку, но пришла вот эта. И сейчас мы с вами посмотрим, что здесь. Раз, два, три. Так, больше ничего нет. Все, коробочка нам не потребуется, упаковочка терпимая. Смотрим, что это такое. Так, здесь у нас есть одна сторона. Ага, называется оно ZS. Здесь у нас ничего. Так, и таких устройств у нас три. Есть следы термоклея. Устройства не разборные. Вот, три штучки. И это у нас преобразователи напряжения. Утверждается, что до 400 кВт. Такие устройства используются в электрошокерах и, например, в мышеловках. Вот. Ну и, условно говоря, можно использовать не только таким образом, а в каких-то еще высоковольтных конструкциях. О том, что из этого получится, мы посмотрим позже. Как бы распаковка показала, что все дошло без приключений. Спасибо, друзья. Оставайтесь на канале. Бейте в колокол. Пишите комментарии. До свидания.